Un nou omagiu adus ostașilor căzuți în timpul celui de-al doilea război mondial. Mai mulți voluntari au amenajat în acest weekend mormintele multor parașutiști consacrați. Înarmați cu mănuși, saci de gunoi și greble, tinerii s-au mobilizat și timp de câteva ore au curățat zonele, au vopsit crucile răposaților și au evacuat deșeurile adunate de-a lungul anilor. Voluntarii spun că aceste acțiuni nu sunt doar un omagiu adus celor căzuți pe câmpul de luptă, dar și un îndemn pentru toți locuitorii și în special pentru tineri să-i cinstească pe soldați. Малейшее, что мы можем сделать, это помнить, это держать эти места в чистоте. К сожалению, мало кто об этом думает, но мы, молодежь, то есть собираемся активненько и приводим эти места в порядок. Делаю хотя бы вот такое маленькое мероприятие, каждый из нас отдает дань родственникам погибшим, даже со той или с той стороны, мы хотя бы как-то пытаемся не забыть, чтобы День Победы стал незабытым. Pentru unii această acțiune a devenit deja o tradiție. Сюда я прихожу уже на протяжении 3 лет. Мне кажется, что это очень важно для нашей истории, именно помнить и чтить память наших героев, дедов, прадедов. К тому же, ежегодно приходя сюда, мы даем толчок новым людям на какие-то новые свершения. Поэтому я призываю всех приходить, помогать, как сегодня это делаем мы. Potrivit organizatorilor, acțiunile de salubrizare a mormintelor vor continua până aproape de 9 mai. Традиционно мы проводим эту акцию именно на кладбище парашютистов, ведь она, к сожалению, не является в близкой черте города. Однако, несмотря на это, мы продолжим наши субботники и в чертах города, к примеру, на воинских захоронениях на кладбище Дойна. У нас есть волонтеры, которые хотят присоединиться к нашим акциям, так как наша организация существует по всей стране. Соответственно, данные субботники и вся линейка мероприятий, приуроченных к 9 мая, она будет проходить по всей республике. На евенименту participat 20 de voluntari și membri ai Gărzii Tinere.